Впервые в истории электроремонтного цеха нам выделилась возможность поучаствовать в озеленении города. Да, мы высаживаем аллею из деревьев, и очень знаменательное количество, это 65 деревьев. Это связано с тем, что в этом году исполняется юбилей нашему цеху, 65 лет со дня основания электроремонтного цеха. Мы хотим, чтобы наша аллея также росла и динамично развивалась. Поэтому мы будем приходить, ухаживать за ней, не будем, так сказать, дать погибнуть. Растения выбраны именно дуб, чтобы были тенистые аллеи, именно вот где разметка позволяет сделать эту тенистую аллею. То есть с этим учетом мы подбирали как породу деревьев, так и готовили посадочные материалы. Мне кажется, вот такие вот проекты и вот такая вот помощь городу, она на самом деле ценна, потому что остается будущим поколением, она хорошо влияет положительно на природу и в целом на вид нашего города.